В разгар зимнего сезона в экологическом парке снижают цены. Изменения в прескуранте произойдут с 1 февраля. Сколько будет стоить выход на лед, узнавала наша съемочная группа. Галина Морозова и Ольга Иванина в экологическом парке бывают довольно часто. И больше всего времени женщины проводят на катке. Погода чудесная. Ну, немножко ветерок сегодня. Ну, ничего. Надо заниматься здоровьем своим. Да? И вот. Решили ходить на каток. Здесь утром обычно мало народу. Ну, а сегодня вот получилось, поэтому что мы сюда ходим. Катаемся почти каждый день, если только каких-то дел других нет. Площадь катка 4000 квадратных метров. Площадку для массовых катаний готовят ежедневно. Заливают и полируют поверхность. Днем очищают каток от снега, чтобы посетителям было комфортно скользить по ледяной глади. Настроение хорошее, погодка ветреная, но хорошо. Лед прекрасный. Очень классный лед. Я здесь вообще первый раз. Мне все нравится. В настоящее время стоимость выхода на лед 100 рублей, а с 1 февраля будет 70. По словам представителей экологического парка, традиционно цены снижают, чтобы привлечь еще больше любителей зимнего вида спорта. Остальные услуги, а это прокат инвентаря, заточка и гардероб, будут по прежним ценам. Мы всегда стараемся для людей, для посетителей экологического парка какие-то новшества ежегодно сделать. Мы делаем все для комфортного пребывания жителей здесь, посетителей. То есть в том году, к началу зимнего сезона, мы запустили реконструированный пункт проката, где у нас появились уже туалеты, появились просторные душевые, раздевалки. Каток экологического парка пользуется популярностью среди жителей и гостей города. Только в январе его посетили более 10 тысяч человек. Впрочем, зимний сезон в самом разгаре, а значит, у любителей зимних развлечений еще есть время посетить экологический парк, чтобы не только покататься на коньках. Желающие могут с ветерком спуститься с горки на тюбинге или просто полюбоваться красивыми пейзажами на лыжах. Ольга Аникина, Александр Макаров, телекомпания ТВИН.